Без анимейта 46. Опасно. Опасно, обычные же. Легко, они одногиксовые. 10-19 грязных циклопов, да? Он может забрать эти крылья сам. Ребята. Защита от воздуха. Щит есть свиток, да? Это пиздец так-то. Так. А, попробуем, конечно, но я, блядь, очкую, Славик, нахуй. Без статов я очкую. Надеемся, 46. Даже близко не пробил. Так, смотрим. Щит один раунд, да? Надо в правый слот уходить. Тест нет. Рельеф где-то есть? Где рельеф? Вот эта клетка, думаете? Да, кстати. А вот сюда разве можно будет встать? Ну-ка. Так, это хорошая клетка, блядь. Там действительно есть. Но если ее там нету, это такой пиздец будет. Есть, да? Во. Ебать, блядь, дырка. Ебать, какая дырка. Вот это рофл, блядь. Трехочковая дырка. Ну, я бы так справа бы стоял, ребят, кто не понимает. Ебать, дырочка какая хорошая. Они еще и дезморалятся. Breathtaking. Так, думаю, мне туда нельзя бить. Wait. Пиздец, какая дырочка. Так, и что думаете, сюда бить, не бить? Или все-таки... Вот у меня сейчас 46, да? Да вроде бы я не должен, он тут меня... То есть он меня бьет, я ему отвечаю и отхиливаюсь. А если я убиваю у него двоих, то я отхиливаюсь и умирает один. Можно дать масло, но оно на один раунд. Можно дать щит. Мне надо нажимать именно деф здесь. А, я не смогу отхилиться с такого количества хп, да? Не, нормально. Я себе дырочку нашли. А я дырочку нашел, блядь.